Вы смотрите главные новости, и мы продолжаем. Герой нашего следующего сюжета – тренер по тхэквондо из Актобе. Молодой спортсмен стал любимцем казахстанцев после облетевших интернет-кадров, где он утирает слезы своей воспитанницы. Наши корреспонденты встретились с главными героями этой истории. Герои этого ролика, плачущая девочка и ее тренер, покорили сердца казахстанцев. Сначала они загрустили, увидев слезы малышки, а потом улыбнулись, когда тренер успокоил ее, прижимая к сердцу. Этот эпизод сняла на свой телефон администратор Федерации тхэквондо Актюбинской области. Это видео я сняла на одном открытом городском нашем городе Актюбе, который проходил в городе Актюбе турнире. Он очень молодой, перспективный. Сказать можно заботливый, как тренер, да, так как тренер является как и вторым отцом для каждого спортсмена. Для 7-летней Айару это были первые соревнования. На тот момент она занималась тхэквондо всего пару месяцев. Встав в паре с более опытной противницей, она проиграла и дала волю эмоциям. Но Диас Агай успокоил. Он сказал, что еще будешь участвовать, тогда и победишь. Ты хочешь первое место занять? Или тебе все равно? Да, только первое. Диасу Аймкулову 21 год, и он является действующим спортсменом. Занимается тхэквондо с 11 лет. Обладатель бронзовой медали чемпионата Казахстана, серебряной медали турнира в Объединенных Арабских Эмиратах. Окончил первый курс спортивного факультета университета. Тренирует детей в детско-юношеской спортивной школе. Ко мне не раз поступало предложение от жителей аула. Они просили позаниматься с детьми, которые, по их словам, слоняются без дела. Мы доверим тебе своих детей, только займись. Когда пригласили в спортивную школу, я согласился. Поначалу на тренировке ходило 10-15 детей. Сейчас постоянно занимается около 60 ребят. Несмотря на молодость, Диас старается быть мудрым тренером. Строго спрашивать во время тренировок, доводить до результата старших, баловать и мотивировать малышей. В спорте мы не делим на мальчиков и девочек, также и в тхэквондо, поэтому стараюсь не делать различий. Но к маленьким девочкам все равно стараюсь относиться мягче. У самого Диаса в семье две сестры. Самым сложным для маленьких воспитанников является шпагат. Но тонко понимающий тренер уверяет их, тяжело в учении, легко в бою. И поэтому дети с нетерпением ждут тренировок. Диас Ага – классный тренер. Иногда, когда проигрываешь, показывает все твои ошибки. Ага не строгий, иногда балует. Говорит, не плачь, всегда поддержит, в другой раз выиграешь, говорит. Тем, кто не занимается спортом, может показаться, что тренировать детей легко. Но у тхэквондо есть свои секреты. И объяснить их доступным языком малышам, показать как надо, нужно иметь талант и призвание. На нем лежит большая ответственность, и работе он отдается полностью. Воспитывая детей, старается оправдать надежды их родителей, ведь они доверили ему своих детей. Поэтому он готовит их к большим победам. Молодой тренер мечтает вырастить из этих мальчишек и девчонок настоящих олимпийских чемпионов, которые будут защищать честь страны на мировых спортивных площадках, как и он сам. А чтобы быть для них достойным примером, после занятий с детьми Диас Аймкулов приступает к собственным тренировкам. Жанар Канафина, Акбаян Султанмуратова, Максим Шулепов, Алматы, Первый канал, Евразия.